верхнего мира спустится к нам богатырь, и он сможет разбудить меня. Только богатырь из верхнего мира может победить жрицу и разбудить спящего царя. Ты ведь нам поможешь? А что, кто-то сомневается? Не хотел я тебе говорить, но не жилец ты, парень. Не жилец. Красиво тут у вас. А я там по этому преданию, как эту тетеньку победить должен? Да как тебе удобно. А ну-ка дай сюда. А любовь это как? Когда видишь ее, и ноги слабнут, в руках дрожь и мурашки. Мурашки. Значит, вот ты какой, русский богатырь. Я так и поняла, что ты очень смелый. Хочу замуж за музыканта. Давно так и не смеялся. Зло побеждает добро. Думаете, я только играть умею? Ну что, жрица, посмотрим, кто кого. Уничтожу! Садко! Ну чего вытаращились, злыдни заморские?